сегодня мы решили провести нацуфест. Это более традиционно, интересно, ты познаешь историю. Нацуфест, нацу по-японски лето. Это фестиваль современной молодежной культуры. Мероприятие было организовано клубом любителей азиатской культуры с помощью волонтеров. Зачем мы это сделали? Ну, наверное, для того, чтобы в городе, в принципе, была движуха. Я считаю, что если никто не делает движуху, приходится делать ее самостоятельно. Мы делаем какие-то постановки по мифологии даже, по каким-то играм, книгам и так далее. Сейчас это все переплетено. Это именно то, что я вот для себя считаю современной молодежной культурой. Клуб азиатской культуры в городе Балаково существует уже порядка 10 лет, если я не ошибаюсь. Мы занимаемся каждое воскресенье в Малом зале Дворца культуры. Единственное, что сейчас у нас, конечно, каникулы, но у нас есть группа в соцсетях, она называется довольно просто «Анима Балаково». Вводим в поиски, находим группу, и там мы всегда пишем о том, когда у нас проходит собрание. Соответственно, когда мы пишем, что у нас проходит собрание, можно просто прийти в Дворец культуры, со всеми познакомиться. Мы очень рады новым людям. Мы любим творчество, мы ездим в разные города и стараемся сделать так, чтобы все раскрыли свой творческий потенциал. Посетители летнего фестиваля могли не только вдоволь насладиться японской культурой, но и подружиться с ручными животными, поиграть в роботизированный футбол, почувствовать себя рыцарем средневековья и продемонстрировать самодельный костюм. Наш это оригинал персонаж, то есть ниоткуда не взят, могу даже попрыгать. Сам придуманный мною, просто там, допустим, парик покупался отдельно, костюм все шился мною. Порадовали аниме-поклонников и саратовские гости своим танцем под корейскую современную музыку. Загадочность японской культуры вовлекает всех, и каждый находит в ней что-то для себя. Япония сама по себе очень интересная страна, это одна большая загадка, и все, что с ней связано, наполнено каким-то волшебством. Да, косплей речного бога и его невесты. Это интересно, весело. Мы так развлекаемся. Как давно этим увлекаетесь? 10 лет. Все. Организаторы собираются сделать фестиваль традиционным, и уже зимой пройдет следующее мероприятие японской культуры.